Руководители двух стран высоко оценили уровень двусторонних отношений, отметив, что они строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 40%. Партнерские связи развиваются в сфере энергетики, транспорта, туризма. Обсудили также ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Лидеры подчеркнули, что единственный путь для разрешения кризиса в Донбассе – Минские соглашения. Президент России обратил внимание и на то, что вопрос о возможном введении миротворцев в зону конфликта должен быть решен с согласия обеих противоборствующих сторон. Всему комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, а также проектов. Мы, как минимум, не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать. Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование конфликтов подобного рода происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон? Такой практики в мире просто не существует. Но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено, кстати говоря, в Минских соглашениях, с представителями этих непризнанных территорий.